This is Rolls-Royce Wraith. Или не так. Надо вот так, скорее всего. This is a brand new Rolls-Royce Wraith. Во-во-во, вот так-то лучше. Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере CCG Planet, сервер номер 2. Все как всегда. И как вы поняли по названию по первому ролику, этот Rolls-Royce сегодня достанется кому-то. Ну, из вас, а может не из вас, может из других игроков. И мы его продадим за 1 рубль. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. А мы начинаем. Так, ребят, алды моего канала должны помнить, как где-то года 2 назад, а может даже 3, я уже делал такие махинации, именно разыгрывал 4-ку на аукционе с 1 рубля, после чего разыгрывал Skyline с 1 рубля. И суть ролика состояла в том, что мы сначала выбираем автомобиль, который мы хотим разыграть, после чего накидываем на него какой-то уникальный ливрей и идем выставляем его за 1 рубль, после чего заходим через некоторое время, смотрим, как меняется цена, кто в нем участвует, какие ники, вот. Это все записываем и там в последние 10 минут аукциона заходим, смотрим, как же меняется динамика, и смотрим на победителя и пообщаемся немного с ним. Поэтому что? Мы начинаем. Только перед началом, знаете, пацаны, что хотелось бы? Здесь пацаны открывают вот эти кейсы, вот эти, вот по 100 тысяч. И очень часто выбивают вот эту М4, поэтому я тоже хочу. Но мне кажется, сейчас я просто просру. Поэтому давайте, ну, лямчик можно, я думаю, всрать. Так, это 100, 200 теперь. Ну, камбэк. Так, окей. 30 тысяч. Понял. 2 hours later. Вы просто понимаете, типа, every time мне выпадают деньги. Даже кристаллы ни разу не выпали. Просто все время выпадают эти деньги. Это пиздец. Ладно, последний. 1, 2, 3. Охуенно. Все. Спасибо. Наигрался. Въебал, сколько там, 1.5 ляма. Или больше, или 2 почти. А то у меня Rolls-Royce на 6 литрах. Давай. Е85 на full bug, 79 литров. Чем-то там с комфортом, ой, с комфортом, с 95 вроде он в перемешку. Какая максималка у Rolls-Royce? Этот Rolls-Royce у меня уже 2 года, но я чуть забыл. Давайте посмотрим. 396. Я уже, если честно, не помню, какие максималки на CCD, но 396 на Rolls-Royce, мне кажется, это неплохо. Это реально неплохо. Короче, мы отправляемся в первую точку нашего тюнинга. Это ливреи. И сейчас попробуем накидать какой-то уникальный ливрей. Ну, плюс-минус похожий на предыдущий. Так, ребят, прошло где-то полчаса, может больше. Я долго думал, что же сделать такого на Rolls-Royce. Пытался придумать что-то новое, не особо вышло. Поэтому решил немножечко повторить ливрей из прошлого ролика. Ведь он мне очень понравился. Но сделать его более стильным в этот раз. Поэтому 1, 2, 3. Даже именная рамка «Спаси и сохрани» не уберегла этот Rolls-Royce вот такого вот колхоза. Но если честно, в этом есть какой-то стиль. Во-первых, на капоте у нас 1 рубль написано, то есть 1 рубля. Сбоку Эва название канала добавил диамантик, как бы что-то такое мажорское прибавляет к Rolls-Royce. Куча кнопочек YouTube, сзади Эван канал YouTube, кнопочка Telegram. Конечно, мне кажется, Telegram нельзя так делать. Ну, посмотрим, можно или нельзя. А на крыше теперь написано видео и рек, то есть записывается, и 1 рубль на капоте. Ну, в
принципе, плюс-минус нормально выглядит. Я не хотел делать кнопки красные. Может, это добавило бы какого-то контраста, но вот так вот черно-серым исполнением у нас и Rolls-Royce, и кнопочки, поэтому должно выглядеть очень стильно. Если честно, я бы на таком Rolls-Royce ездил все время, только убрал бы 1 рубль с капота и все. А так-то выглядит очень неплохо. Ну, а у нас осталось разместить его на аукционе и смотреть, что будет происходить. Один шаг остался к аукциону. Погнали. Ой-ой-ой-ой-ой. А я ж не видел новый аукцион обновления. Это как-то уже так выглядит. Вот кто-то уже выставил похожий кайман. Блин, а так удобнее смотреть. Поэтому добавить лот. Валюту можно продавать за валюту, серьезно. То есть за кристаллики можно продавать. Охереть. А, Rolls-Royce. А мне дадут вообще за 1 рубль? 24 часа. Реально, больше на 48 часов нельзя, как раньше. Ну, раз, два, три. Опубликовать. Все. Обновить лоты. Ваш лот опубликован. Всю информацию по нему вы найдете во вкладке «Мои лоты ставки». Обновить. И куда он пропал? Окей, теперь... Ебать здесь страниц. Это Unreal найти Rolls-Royce. А, 32-я страница, заебись. Ну что, удачи. Информация ТС, продавец, пробег, количество владельцев 16. Ема, я уже забыл. Номера ТС, рву, 37-58. Кстати, хорошее дополнение к Rolls-Royce, забыл сказать. Состояние ТС, вообще идеальное. Начальная ставка 1 рубль. Бей и покупай просто. Вот так, типа объявление продажа. Объявление 2 237 013. А значит, объявление опубликовал, почему он на сервере не появляется, именно в чате, это тоже обидно. Давайте посмотрим мои лоты. Так, за рубль никто не поставил выше. Ну ладно, давайте тогда напишем еще в этот. Я в группу Telegram, ссылочка в описании, заходи, не упусти халяву. Ребята, первый покупатель на Rolls-Royce — это Карасик 3-2 с клана HPZ. Надеюсь, он выиграет. Да, я не знаю, совпадение или нет, но я вот зашел через час просто зайти почекать что-то на аукционе, и объявление в чате как раз появилось. 40 рублей уже, нихуя себе, перетекло. То кто у нас там? Дима32Рус. Дима32Рус, вот. Ну, кто знает, еще осталось 22 часа и 41 минута, может, и Дима42Рус, как бы, ой, вернее, 32Рус купит ее. Так, прошло 4 часа с момента публикации нашего объявления. Давайте посмотрим, что же там с ним. Я думаю, пару сотен тысяч уже должно быть. А вот, ебать, 21 лям, чего? Фичка. Я все въебал? Алло, это не так работает. Это работает, что никто не ставит. Не ставит, как в прошлых роликах двух я специально тестил, чтобы потом разыграть какую-то крутую тачку. И все ставят под конец, а перед этим там по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. 21 лям. Да больше, блин, никто не перебьет, потому что там сделать ставку. 23 ляма. Так кто купит его за 23? Блин, вот жалко, что нельзя посмотреть прям историю. Историю ставок. Прям пипец как жалко. И нельзя посмотреть, сколько вообще ставок уже. Очень жаль. Кстати, чуть не забыл сказать. Давайте, если этот ролик наберет 100 лайков, в следующей серии мы разыграем какую-то Lamborghini. Пол второго ночи. CCD онлайн 120. Пол второго ночи, Redmir 20. Выбирайте правильный сервер, на котором играть. Rolls-Royce еще в теме. Еще феечка за 21 лям. Ну, вряд ли кто-то перебьет. 10 утра. Rolls-Royce. 21 500. Феечка. Ты все испортила, феечка, ёб твою мать. 4 часа. Я надеюсь, кто-то еще купит. Вот так неинтересно. Давайте посмотрим, что по ценам на Rolls-Royce. 26 лямов. 22 ляма, 22 ляма, 22 ляма, 22 ляма, 22, 24 на номере, 3 шестерки, которые по 22 без номеров, у меня за 21. Я думаю, минимум еще одна ставка должна быть, хотя она будет 23, нет, должна быть, 100% еще одна ставочка должна быть. Кстати, вот следующий ролик сделаем тачку с одного кристалла. Поэтому сразу закупайте кристаллы, собирайте их, мне кажется, это будет интересно. Цены на тачки в кристаллах, именно, вообще их нет. Я уже сбился со счета, сколько там времени осталось. 1 час и 19 минут. Фичка все-таки держит ставку.
Хоть бери, зайди со своего твинка и перебей, блин. Очень много людей на аукционе, все приехали за Rolls-Royce'ом, даже вот этот Jester и вот это R8. Ладно, шучу. Ебать, там меньше минуты остается. Одна минута. Фишку никто не перебил. Так, а мои ставки вот так надо делать, я думаю, все-таки. Мне кажется, так до конца никто не перебьет. И это достаточно выгодно, достаточно интересно, да еще и в ролик попадет. Просто обновляем последние секунды. Ну, конечно, не так я представлял себе этот ролик. Я думал, в конце заруба жесткая будет, типа. Вот и все. Rolls-Royce ушел. А нельзя посмотреть так, как в прошлом году, да, там проданные или не проданные. Rolls-Royce пропал? Rolls-Royce пропал. Окей, а фишка есть в сети? И нету в сети фишки. Блин, все пошло коту под хвост. Просто максимально. А бабки у нас где? Бабки, по идее, у нас должны быть в банке. Банк? 54 миллиона. Так, блять. Где наши бабки? Какие же люди на CCD с прямыми руками делают вот такие винилы? Прям определенно лайк. Или вот такое, это ж вообще. О, ваш лот автомобиль Rolls-Royce с номером был куплен за 21 миллион 473 тысячи 3 рубля. Мои лоты. Вот. Продано. Я посмотреть могу? Или... Не могу. Подтвердить. Все. Деньги пришли на банк. 76 миллионов, пацаны. Напоминаю. О, еще один винил. Напоминаю, если этот ролик наберет прям нормальную активность, то в следующем ролике мы разыграем лампу. Я надеюсь, будет как с четыркой и с геттером, что будут как бы постепенно ставить, а не так, как этот чел поставил в начале и не парился. И выкупил, блять, по хорошей цене. Минимум по 22 все продавались. Обычный Rolls-Royce. А этот Rolls-Royce был... Уникальный винили ютубера. Да еще на номере. Номер говно, но лучше, чем стандартный. Давайте, если этот ролик наберет 200 лайков, то мы выставим Чирон за 1 рубль. Это ж вообще бешено. Что я хотел сказать. Пока что нового владельца нашего Rolls-Royce на сервере нет, но я постараюсь вечером зайти, словить его, ну и возьмем маленькое интервью. А если не получится, так уже, к сожалению, и будет. Полтора дня я потратил для того, чтобы найти этого фичку и задать ему несколько вопросов, но как вы поняли, все-таки я не сумел. Поэтому если каким-то раком ты увидишь этот видеоролик и досмотришь до этого момента, напиши в комментариях ответы на мои вопросы, которые я тебе не смог задать в игре, и будет интересно прочитать. Это первое, зачем ты его купил? Второе, будешь ли ты менять его, продавать? И третье... Если не будешь продавать, то насколько ты его себе оставишь. Ну а у меня, в принципе, на этом все. Вот такой видеоролик получился. Я надеюсь, он тебе понравился. Текстуры не прогружаются. Обязательно напиши в комментариях, как он тебе. Напоминаю, 100 лайков, разыгрываем Lamborghini. Хороший актив. Идем, разыгрываем какую-то тачку за кристаллы. Возможно, даже ламбу за кристаллы. А если каким-то чудом этот ролик соберет 200 лайков, разыграем... Чирон за 1 рубль. Поэтому все в твоих руках. Нажимай обязательно на кнопочку подписаться, чтобы ничего не пропустить. Колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым. Как бы да. Ну а с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи. И всем пока.